Дадон клянется демократам, что будет Стоеногло. Но мое мнение, что Дадон, ну, в своей манере, в свойственной ему манере, для того, чтобы показать и партнерам по развитию, вот смотрите, вся страна говорила Стоеногло, вот смотрите, прокуроры решили остановиться на кандидатуре Солтана. Это единственный, который мог бы стать абсолютно послушным. Дадон не может допустить реально профессионала, реально человека не подконтрольного ему, потому что сам сядет, понимаете, причем сядет быстрее всего. Если он назначит Салтана генеральным прокурором, произойдет взрыв, и Демпартия расколется на две части. До сегодня есть команда во главе с Филиппом, которая больше 4 месяцев, ну, чуть больше 3, не говорят с Плохотником. И те, которые говорят с ним каждый день. Но это все зависит от того, что произойдет в ближайшее время с генеральным прокурором. Это намного важнее даже, чем вы себе можете представить. Если кинет сейчас демократов с прокурором, с генеральным прокурором, имеется в виду, да, то демократы будут голосовать за отставку правительства Кику. Товарищи демократы, Дадон кинул всех. Дадон в свое время кинул Воронина. Кинул граждан страны, когда голосовал за Тимур. Как он кинул Майю Санду, как он кинул всех, до сих пор он также кинет и вас. Можете в этом не сомневаться.